Катаюсь, ребят, на велике и грибов уже встретил целую кучу. Правда, с собой не беру, но для вас, для тех, кто любит грибы, для любителей, решил показать вот эту прекрасную троицу. Знаю, что есть ребята, кто это дело вообще обожает. Да, в принципе, и я люблю. Просто так сейчас складывается, что пока не готовлю. Видите, нашел три подосиновичка. Вот такие красавцы. И размер классный, и все. Вот сейчас бы их взять, да на сковородочку, да поджарить. Вон какие красавцы, посмотрите. Это же просто классика. Вот они, раз, два, и вот он третий. И за сегодняшний день я уже нашел, наверное, штучек 15 грибов. Вот подосиновики были, один белый был, и видел подберезовики еще. И большинство из них, кстати, были нормальными, такими маленькими и хорошими. Такие дела.